Лежа на полу лицом вниз, вы делаете медленный вдох, прогибаетесь в спине и захватываете руками лодыжки. Энергия тянется по передней растянутой поверхности ног до промежности и низа живота. Второй поток спускается сахасрарным лучом через голову и шею на переднюю и заднюю поверхность тела. Спинной поток идет через ягодицы и расслабленную часть ног до ступней. И там делает поворот на напряженную часть, сливаясь с первым ножным потоком. Поток, идущий по груди, животу, заканчивает свое движение в районе лба. Концентрация производится на свадхистане. Дышать равномерно, санцу тянуть, исходя из индивидуальных ощущений, постоянно или на задержку дыхания. Позу держать от нескольких секунд до 1,5-2 минут, не более. Ощутите себя раковиной мира, впитывающей и скручивающей в себе производительные силы земли и неба.